А хил перед дабл хил. Во, бор контрол. Бор контрол пошел в бой. Не знаю, хорошая ли это стартовая рука. Вообще, честно говоря, я хотел колоться. Очень много слова тьмы, очень много боли. Блин, гуля 1-3 со взрывом, это боль. Так, здесь можно сейчас будет на четвертом ходу двух юнитов запомидорить, поэтому я пока так похожу. Какая боль. Сейчас, хотя если взрыв вносит 5 единиц, окей. И все получили нереальный баф. А и всем. Ой. Ой, нехорошо. Ой, нехорошо. Так он 5 нанесет, да? 5 нанесет. Блин, я надеюсь, что он не сможет добить. А, у него пони апокалипсиса есть. Фак мой мозг. Короче, я должен надеяться на то, что у него нету пони апокалипсиса. Я не хочу на это надеяться. Точно хилится, иначе пони апокалипсиса. Блин, а я как я... Мне бы хулинову на самом деле. Божественный дух. Еще один божественный дух. Короче, я должен рискнуть. Или не должен. Тогда я зачем тогда с... Ой, ладно, рискну. О, бор контрол. Лол, хорошо. Хорошо пошло. Пожалуйста, только не пони апокалипсиса, братан. Только не пони апокалипсиса. Только не пони апокалипсиса. Только не пони апокалипсиса. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Нету пони, сынок! Да! Да! Сучечка! Ах!
Ах! Ах! Говнишком-то тебя дернули! О! И Меркуму при этом за это ничего не дали просто. Теперь на свой ак. Кинь деку. Короче, ребята, по поводу боссов. То, как я их убивал, не убивайте. Просто не убивайте. Вообще ни в коем разе. Это полное говно. Ладно, по поводу Латхиба, тут все понятно. Здесь, короче, я, честно скажу, лучше проходить рогой. У роги хиробилка это триггернуть спору. Бэкстеп эвисерейт за 2 кристалла убивает фэнкрипера. Сап еще есть. То есть реально берете раш рагу с пиратами, со Скарлет девочками. Возможно, это наш город ничтожества, но лучше в жопу не надо этот мусор. Лучницы, вот эти боры, это все шикарно. Алые крестоносцы, это просто изи-каточка. Сразу становится сладенько. А вот этого пацана, короче, нота чумного, я всем настоятельно рекомендую убивать престом. Потому что его обилка не работает, она имбовая очень сильная, но его обилка не работает, если никто у вас не умирает. Поэтому вы просто играете на этих порождениях света, и вам ничего не болит. Извержение проносит, я думаю, очень просто зулок. Но я убивал его колодцами, но его, по идее, также проносит Т-130. Также его проносит зулок с печатями. Вот этими, сожрать демона, 5 хп, протупить. Хендлока можете туда же. Туда же печатки засовывайте и убивайте на халяву. У Нота есть карта, за 6 маны убивает всех, не скелетов, так что ты просто лакер. Ну так сидите, трайте, вам надо с какого-то трая. Латхип, это просто... Хантер на стероидах очень быстро вас убивает. Вам надо реально больше... Самый большой геморрой это с первым фэнкрипером разобраться. Если вы играете за преста, это Shadow World Pain. Если вы играете за рогу, это Backstep, Eviscerate или Sap. Короче, рога лучше, потому что она просто чаще находит ответ. Backstep, Eviscerate или Sap чуть-чуть попроще найти. Вот, яды не надо брать. И бейте, играйте все в лицо и все кайф. Лучница, реально лучница очень хороши, чтобы спорки сбивать. Думайте о том, как будете спорки сбивать. Вот. И все. А вообще, Мерком подставщик. Нереальный. Я думаю, второго босса очень легко с дислокаторами проносить.